Добрый день. Это будет такое благодарственное послание в начале. Я хочу поблагодарить всех моих подписчиков за то, что вы у меня есть, за то, что вы просматриваете мой блог, несмотря на то, что я блогер еще только начинающий, и мои видеозарисовки, может быть, не очень удачные. Во всяком случае, я вот знаю, что те три ролика, которые я сделала на кладбище, особенно первый, очень сложно смотреть, потому что я очень быстро передвигала камеру. Но я учусь, и спасибо за вашу помощь, спасибо за то, что вы мне подсказываете, как что сделать лучше. Вот совсем недавно меня научили поменять имя моего канала. Теперь там не буковки, а теперь, сейчас мы зайдем и посмотрим. Теперь мой канал. Теперь у меня... Вот оно называется наверху, там Miss Lucky и год этот. 2014, я захотела год взять с тем, чтобы знать, когда я начала этот блог. Я точно могу забыть, потом буду долго считать, это не даст мне запомнить. Lucky — слово удачливый. Я очень долго использую это слово, потому что... Я хотела притянуть к себе удачу, я ее притянула. У меня даже адрес мой имейловский содержит слово «Lucky», а здесь просто «Lucky» не пропустили, назвали «Miss Lucky». Я согласилась, почему нет? По поводу «Miss» сразу скажу, раз мы еще попутно все с вами изучаем английский. По поводу мужчин, там всегда только мистер, независимо от того, женат он или не женат, а перед женским именем обычно ставят либо мисс, либо миссис. Миссис для девушек, мисс для женатых женщин. И американки услышали в этом дискриминацию, и поэтому можно ставить МС. Читается тоже мисс, но это все равно замужем или не замужем дама. Вот так вот у нас борется с дискриминацией в Соединенных Штатах Америки. А я сегодня хочу поблагодарить одну из моих подписчиков за то, что она меня научила, как писать личные сообщения. Я-то сама не пишу никому, я, как правило, только отвечаю, но мне приходят вот на ящик личные сообщения, и я не могла вам подсказать, как это сделать, потому что сама ищу чайник на YouTube, всему еще учусь, и вот сегодня мне все это рассказали, потому что есть иногда необходимость написать не в комментариях информацию, а в личном послании, когда очень личный вопрос, тем более, что мы касаемся вопросов замужества, как выйти замуж за иностранца, вот эти вопросы, пожалуйста, задавайте в личную, но я не знала, как сделать, и у меня даже была такая уже ситуация, когда девочка мне написала, и ей казалось, что она написала это в личное сообщение, оно пришло мне как-то там в Google, и я говорю, все, я его скопировала, срочно удаляй, чтобы никто его не видел, потому что она в первых строках сразу говорит, я не хочу это на всеобщее обозрение, но мне надо вам задать вопрос. Многие мне пишут на Одноклассники. Я спешу сделать этот ролик еще потому, что меня в июле не будет здесь. Я буду в июле в России, и несмотря на то, что у меня там будет возможность связываться, интернет у дочери есть, я не смогу просматривать все возможности, и Одноклассники, и Контакты, и Facebook, и поэтому все мои подписчики YouTube, вы, пожалуйста, пишите на YouTube, а если это вопрос личный, то мы сейчас посмотрим. Я пойду в подписчики, а вы просто там уже на мое имя нажимаете, и все. Я вот сейчас напишу Иринке, мы у нее были уже в гостях, вот она Иришка, это наша рукодельница, которая нам рассказала. Нажимаем на ее имя, выпадает ее профайл. Вот здесь самое последнее слово «сведения». Нажимаем на «сведения». И написано «отправить сообщение». Я бы сама даже никогда не догадалась. Вот Иринке тему мы напишем вот просто буковки. Она, я надеюсь, что она посмотрит этот видик и нам скажет, что мы ее на ее научили. И все, отправить. Все, оно у меня теперь в отправленных. Вот здесь вот у меня отправлено.
Вот, я, смотрите, ей послала жо-жо-жо. Ой, какое некрасивое получилось слово. Но я надеюсь, она поймет. А входящие у вас вот здесь вот рядышком. То есть теперь все личные вопросы. Я, конечно, очень жду ваших просто комментариев, и вы их пишете под видеороликом. Но когда это личный вопрос, пожалуйста, пишите мне в личную почту сюда, на YouTube. Не стесняйтесь, я постараюсь максимально быстро на него ответить. Ну, а если это просто комментарий, если это не касается вот каких-то нюансов, о которых вы бы не хотели, чтобы кто-то знал, то используйте вот этот путь, наконец-то он нам открыт. Я пыталась везде нажать, я куда только не нажимала, и уже хотела писать опытным блогерам, что скажите, пожалуйста, я начинающий. Ну вот, слава богу, девочка мне сегодня ответила, как это сделать, и я сразу же записываю вам ролик. Спасибо, мои родные, что вы у меня есть, мне очень приятно с вами общаться, у меня столько много близких приятельниц, которые уже переходят в разряд друзей. Наверное, надо нам сделать какой-то круг или что, кто наиболее активный, в круг собраться, чтобы видели, чем мы занимаемся. Все, спасибо большое, успехов! Я жду вас на моем канале, приходите, смотрите. Удачи вам всем, продвижения вашего бизнеса, продвижения взаимоотношений, веселого времяпровождения, удачи во всем и всегда. Спасибо большое!